В Башкортостане более 3000 семей с детьми до 3 лет воспользовались сертификатами в частные детские сады. Из них 2000 в этом году. Об этом на совещании по развитию образования в регионе сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, такая поддержка позволяет временно закрыть потребности населения, пока строятся государственные детские сады, а также сформировать новый блок частного бизнеса. В 2019 году семьи республики получили 200 таких сертификатов, каждый номиналом в 6 тысяч рублей, в 2020-м более 1000. Мы обсуждали также, собственно, привлечение частного бизнеса в систему дошкольного образования. Мы для детских частных учреждений родителям выдаем сертификат. С этим сертификатом он идет, соответственно, в частное учреждение, дает его и, соответственно, своего ребенка отправляет. Что получается? Все равно потребность в садиках есть, мы их строим, но не догоняем потребность. А здесь появляется частный бизнес, который выполняет те же функции. По словам Радия Хабирова, есть возможность поделиться и другими практиками в сфере образования, которые внедрены в Башкортостане. Например, учреждение грантов для молодых учителей в сельских школах. Но, кроме того, в республике появятся 4 полилингвальные школы в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске, а также региональный центр для одаренных детей.